И снова здравствуйте, всем привет. Давайте разберем, как теперь сделать юбки, одежду там. Принцип разберем, как это все делается, для чего. Давайте откроем лекбокс. Выберем. Давайте женщину. Вот вы видите, сколько у нас тут саптулов. Это парик. Это вот само тело. Купальник, глаза, зубы. И что мы сделаем? Давайте вытянем нашу модель. И вот эти все саптулы объединим. Ну, чтобы не мешались. Можно удалить, конечно. Давайте нажмем Merge или Merge Down. Пару разиков. Сколько саптулов, столько раз и жмем. Так, что? Так, все у нас тут объединилось. Все хорошо. Вот такая легенькая моделька. И давайте теперь добавим к ней сферу. Append. Share вот эту. Так, теперь переключимся на сферу. И вот так уменьшим. Теперь нажмем Move. И так. Даже еще надо уменьшить. Я чуть-чуть забежал вперед на второй показ. И теперь с помощью Move вот так вот нашу модель поставим. Вот так. Еще немножко давайте уменьшим. И еще раз подгоним. Может, кому-то просто нужно видео, чтобы без комментариев. Ну, извините. Я хочу снять видео, чтобы человек потом не приглядывался к клавишам, что я нажал, куда я нажал. Так, все. Вот так у нас получилось. Простенькое. Вариант несложный тоже. Давайте откроем теперь Move. Прибавим Draft Size. И вот так. Так, пардон. И еще можно даже переключиться на симметрию. И вот так вот по симметрии. Так вот. Вот так можно сделать юбку. Так, чуть ее подкорректировать, потом кое-где пролепить, кое-где что-то добавить. Ну, вот такой каркасик у нас уже для юбки будет. Вот так вот. Чуть-чуть придадим форму. Женщина у нас нестандартная. Кривоногая и коса. Поэтому юбка вот так вот и смотрится. Так. Вот эти бедра. Что такое? Ну вот что-то у нас вот в этом духе получается. Потом вы сможете все это пролепить, кое-где вдавить, прибрать, сделать по анатомии. Ну вот знаете, что есть такой способ. Его можно также обрезать нашу юбку. И вот так она будет выглядеть. Так, ну это ладно. Простой способ. Давайте рассмотрим чуть-чуть посложнее. Давайте удалим нашу юбку. Сделаем теперь нашей модели Make Poly Mesh. И теперь вот такой вариант. Опять добавляем сферу. Переходим на нее. Уменьшаем. Ставим Move. И вот так вот сплюснем ее. Для чего нам надо? Для того, чтобы получилась юбка. Так, теперь с помощью Move вот так вот переносим. Давайте выровняем чуть-чуть. Вот, выбираем длину юбки нашей.
можно еще ниже ее опустить по ногам, не принципиально, вот так вот. И вот теперь самое интересное, давайте нажмем Curve Bridge, вот такая штука есть. Прибавим нашей модели вот так вот росту, уменьшим Draft Size, и вот тут самая заморочка пойдет. Можно, кстати, еще что сделать. Давайте Draft Size пока уберем. И вот так вот нашу модель поставить. И обрезать ей вот эти руки, скрыть. Вот так вот. Переключимся на Select Track. И вот так вот можно их скрыть. Давайте теперь поставим нашу заготовку нижнюю и вот так вот прибавим. Теперь переключимся опять на Curve Bridge, и вот здесь вот теперь не сразу у всех получится, возможно. Вот так рисуем по талии. Вот так вот. Тут вся фишка, что вот когда вы наводите на белое, вот появляется красная полосочка, и потом можно рисовать. Вот так вот. Так ее еще нужно умудриться поймать. Вот в чем проблема. Так что ставим поближе. И вот так ее потихоньку находим и рисуем. Не беда, что будет как кривовато. Главное, чтобы она у нас закончила этот круг. Так, все, это мы сделали. И теперь давайте по нижней части пройдемся. А по нижней все попроще будет. Нажимаем. И вот такие загогулины рисуем. Вот так. Вот так у нас получается юбка. Вот. Продолжаем теперь делать ее. Опять находим нашу вот эту полоску. И потихоньку, далеко не ведите. Проще состыковать потом будет. Вот она сама себя завершила. Но нам так не надо. И мы ее подрисуем. Во, вот теперь красотища. Вот такая юбка у нас выходит. Вот. Теперь мы заходим уже в известный строк. И Curve функцию удаляем курвы. Заходим теперь в сплит. Женщина вот у нас стоит в юбке. Теперь снимаем выделение. И теперь жмем так на нижнюю часть. И жмем Delete. Окей. Вот такая у нас получилась юбка. Вот. Теперь с помощью Move Topology или Move можно ее подкорректировать, объединить. Допустим, можно ее разделить от модели. Это уже жмем Split и жмем Go Split. Все, вот у нас все сабтулы разделились. Прически, волосы. Вот наша юбка.
Вот такая девчонка составная. Вот. Также можно все объединить, а можно просто вот перейти на наш саптул и просто работать с ним. Вот так вот корректировать, вот так вот вытягивать. Также можно его обрезать, сделать как будто ветер дует, складки. Складки можно делать как вы захотите, в какую сторону, для какой идеи. Ну, в принципе, вот такой вариант есть. Что еще можно сделать? Ну, это либо сделать видимую внутреннюю часть юбки, или просто заполнить ее, нажать геометрии и нажать close вот так вот. Также можно потом, по прошлому видео я рассказывал, как можно здесь сделать пустоту уже отдельно. И вот такая у нас будет юбка. Женщины большой зад, юбка смотрится не очень хорошо. Ну, в принципе, ничего так. Вот такие у нее бедра широкие, можно подкорректировать. Все, всем пока. Смотрите, учитесь. Надеюсь, помог кому-то.